Так, извините, пожалуйста, вышла накладка. У нас здесь сейчас еще один вас, только более современный. Это вас ВФТС, Лада ВФТС. И в качестве пассажира мы видим Вадима Ржичицкого. Вадим, пожалуйста, на сцену. Я немножко расскажу про автомобиль, который построил Сергей Симонов. Это удивительная работа. Работа, ну, по-своему уникальная, потому что воспроизвести штучный автомобиль, тем более сегодня, когда уже практически не осталось тех комплектующих, это, ну, действительно, работа, требующая большого самоотречения. Вот Сергей, например, не только колеса искал полгода, объездив пол Европы, для того, чтобы найти именно то, что должно стоять на Ладе ВФТС. Вообще эти автомобили являются собой пример первого серьезного отечественного тюнинга, инжиниринга. Расшифровывается ВФТС просто Вильнюсская фабрика транспортных средств. И там прославленный советский раллист Стасис Брунза как раз и начал превращать обычные Жигули в раллийные, серьезные раллийные болиды, используя те наработки, которые существовали не только в Союзе, не только на ВАЗе, но используя и мировой опыт. Причем, несмотря на то, что это был уже закат заднеприводных автомобилей, закат заднеприводной эры, эти машины на равных боролись с переднеприводными автомобилями, которые, к сожалению, более, так сказать, приспособлены к разным условиям, да, и зачастую лучше управляются. И в этом смысле Лада ВФТС стала, ну, такой кульминацией советского автоспорта. Она была героем многочисленных фильмов, она фигурировала на многочисленных календаря, постеров. В общем, стала такой действительно по-настоящему культовой машиной, символом эпохи 80-х годов. И сегодня вот воссоздать такой автомобиль, повторюсь, наверное, дело, ну, можно сказать, что дело чести, наверное, для многих реставраторов. Вот Сергей Симонов блестяще справился с этой задачей. Сереж, как она едет? Покажи, пожалуйста. Спасибо огромное. Сергей, ждем тебя на сцене. Вадим, а я просто не могу не дать слово Вадиму Ржичицкому, потому что человек-легенда нашего автоспорта. Вадим, вот я понимаю, что...